Всем привет! Сегодня мы рассмотрим очередной субпродукт от Xiaomi. Это электрический штопор. Выпускает его под брендом CircleJoy. Поставляется в такой короткий, довольно-таки массивный, большой. Xiaomi на своей платформе YoPin. В случае удачи она пишет о них Midja, либо Xiaomi, и начинает уже продавать под своими именами. И вот так вот он выглядит. Сам штопор. На нижней его части, видите, вставлена вот такая вот зачищалка, что ли, как бы ее назвать, для вскрытия бутылок. Видео вы видите как. Одеваете его на горлышко, прокручиваете, и он срезает обертку с бутылки. Вот так вот выглядит, выполнен из стали, довольно-таки мощный, 6 вольт, 25 ватт. Сверху вот здесь вот крышечка съемная, там спрятаны два батарейки. Штопор идет уже в комплекте с батарейками. По заявлениям производителя, одних батареек одного набора хватит на открытие 120 бутылок. Общий ресурс данного штопора заявлен не менее 2000 открываний. Ну, это, скорее всего, связано с вот этой пружиной, и она постепенно будет ослабевать. Есть определенный ресурс, и она постепенно со временем будет устаревать, растягиваться и так далее. Хуже и хуже будет открывать. Ну, 2000 бутылок, я думаю, это хватит с головой вам на несколько лет. Две вот таких вот больших кнопки здесь выполнено. Смотрите, включена подсветка, голубоватый цвет постоянно мигает. И вот такая вот проволочная спираль. По часовой стрелке и против часовой. То есть вкручиваем в пробку, а потом нажимаем сюда, и пробка вытаскивается. Вот эта часть ходит, вы видите видео при непосредственном его использовании на бутылке. Для чего это сделано? Удобно, чтобы сюда пробка пряталась и заезжала вот сюда, вот, а это насаживается на бутылку. Есть вот такая вот штука. В Китае без доставки, без ничего, стоит в районе $12. К нам, естественно, приезжает уже дороже, так как вес у нее немалый, и, соответственно, нужно платить за доставку. Штука прикольная, если хотите удивить своих друзей, которые приходят к вам в гости на вечеринку.